Вербное воскресенье в середине января и прямо в центре города. В разгар зимы распустились веточки вербы. Едва в Нижнем Новгороде минус на градуснике сменился на плюс, как деревья решили не дожидаться весны и распустились на пару месяцев раньше положенного срока. Ну, в январе верба. Ну, и надо такое. Это удивительно. Она должна распуститься где-то в апреле месяце. Это потому что к вербному воскресенью, как обычно. Ну, Пасха в этом году 12 апреля, но она где-то в первых числах апреля должна распуститься. Как раз верба с прошлого Пасхи увяла. Вот я ее сейчас поставлю к божнице. Глядите-ка, какие красивые. А что, тепло? Зим нет, поэтому вот такая вот петрушка получается. То плюс, то минус. То минус 20, то плюс 1. Вот башка разве не будет болеть? Будет, как. Может быть, опасно. Почему? А что, сейчас померзнет, не знаю, что будет весной и летом. Ну, она без запаха еще пока, наверное. Чего ей пахнуть? Чего рано пахнуть ей? Вот она зацветет. Это еще только сейчас оттепель, она выбросила свои соцветия, которые еще не распустились. Ничего, все будет в порядке. В таком состоянии зафиксируется и будет ждать настоящей весны.